Называется сегодняшним Григорием Бродко на стихи Александра Кушнера. Не шумите! А разве мы шумели? Ну, Андрюша стучал еле-еле молотком по железной трубе. Я тихонько играл на дубе. Восемь пятых размер соблюдая, Таня хлопала дверью сарая. Саша камнем водил по стеклу, Коля бил по кастрюле в углу кирпичом. Но не громко и редко. Не шумите, сказала соседка. А никто и не думал шуметь. Вася пел, ведь нельзя же не петь. Буду, бур-бу-бу-буду-ду, бур-бу-ду-бу-бу-бу-бу-бу-бу-ду-ду, дай! А что голос у Васьки скрипучий? Так зато мы изгрудились кучей. А кто стучал, кто гремел, кто гудел. Чтобы он не смущался и пел. Пой, Вася! Бу-бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Пой, Вася! Не пой, Вася. Отдохни.